Вскоре во дворе многоквартирного дома на улице Панфилова появятся новые площадки для занятий спортом и для детей. Будут установлены скамейки, заменены урны и появится размеченная парковочная зона. На встрече с депутатами Совета депутатов Владимиром Сусловым и Юлией Яшковой, а также заместителем главы Дмитрием Новиковым, жители высказали свои пожелания по реконструкции придомовой территории. Сегодня встреча с жителями по улице Панфилова, дом 1. Разговариваем по поводу комплексного благоустройства двора, по поводу того, что будут установлены новые детские площадки, будет, наконец, сделана разметка для парковки машин и будет установлено новое освещение. Дмитрий Новиков отметил, что особенно важно, чтобы жители принимали участие на всех этапах благоустройства, от обсуждения до приемки работ. То есть мы хотим сделать так, чтобы в рамках благоустройства дворовой территории все было сделано максимально удобно и максимально комфортно для жителей. Так, как пожелают жители, так и будет сделано. Всего в городском округе в этом году планируется реконструировать более 59 придомовых территорий. И вы просто нажимаете кнопку.